20 уровня. И я не знаю, вот я не знаю, вот реально, насколько сабам, да, интересно играть вот таким вот образом, когда против них играют мастера и там все такое. Как бы... Вот, кей-попер, расскажи, какие твои впечатления, ощущения, мысли на эту тему? Скажи, какие твои мысли на эту тему, кей-попер? Сложно. Сложно, это все, что ты можешь сказать. Я просто не уверен, что это как бы турецкий пип без карт, окей. Куда ты, блядь, пиздюк? Окей, пока я полчаса убивал одного Андропса, мы все умерли. Ну, как бы я не знаю, что с этим делать, ребят. Брать Эвелинин аккаунт для игры с сабами? Ну, это на самом деле это вариант. На самом деле, это, походу, реальный вариант играть с Эвелининого аккаунта. А что еще делать? Потому что это полная херня. Вот так играть, как сейчас, мне кажется, это полная херня. И никому профита от этого нет. Ни сабам, ни мне. Ну, я бы не сказал, что рамка это прям херня-херня. Как ни крути, все-таки люди старались, фармили ее, да. И если они ее таки нафармили, это значит, что они таки могут. Какой нормальный эл в казуале ранке, я не знаю. Я не считаю, мне вообще насрать на этот паладин с гуру. Я рекомендую, чтобы вам тоже было насрать на этот паладин с гуру. Этот сайт, ну он как бы, это, ну он вообще ничего не делает. Как бы все эти эллы, которые там, это все дело такое. То есть, я думаю, у нашей команды 0 скиллов, у всей. Потому что я вижу только красные, я вижу только красные всегда в чате. Так я не играю, я ж не играл ранкет за Эвелин. Ты Эвелину Эльвирой назвал только что? Серьезно? Даже не знаю, мне Хэвит, конечно, не особо помогает, но ладно. Что? Да, сейчас Ксен, не поверишь, пип с прыжком сейчас реально в мете. Ну, хоть Мако у нас профессионально, видите? Видите, какой профессионал? Вы видели, ребят? Оценили мув на камеру. Ксен, у тебя... Ксен, короче, в пати идете, ребят? После этого. В пати, ребятки, пойдете после этого? Кто там? Ксен, да, ты зашел в игру? How is it to be a popular Paladins player? I don't know, man, it's nothing. I wish I was popular Counter-Strike player or Dota player, but... Or even popular League of Legends player, but being Paladin's popular player is nothing.
Румус, ну, естественно, ну, я не знаю, слабо он играет или нет, какая разница. Нет, ребята, мне не нужно давать никаких хаков, потому что это категорически противоречит всем правилам хайрезов, и нахер рисковать, блин, они реально могут забанить за подобного рода вещи. Я тоже, Вентислав, у меня такая же фигня стала случаться после патча последнего. Я не знаю, с чем это... Ну, я знаю, с чем это связано, с криворукостью хайрезов, но... Тем не менее. И опять, смотрите, мы все сдохли. Все сдохли. Я сделал минус, и все сдохли. Я не понимаю, а как все умудряются погибать? То есть просто, как будто все бегут, конвейер гейминг погибают. Куки, договорились. Надеюсь, Куки, ты нам поможешь. Изи. Изи кумбэк. Что сказать? Реально? Изи кумбэк? Ебу. Всех. Бесплатно, без смс. Найс ультимейт от Пипа. Отличный ультимейт от Пипа. Вообще очень уместно, очень вовремя. Даже не знаю. Знаете что, блин? Я даже катера здесь брать не буду. Потому что у них Пип не хилище. Я возьму вот это дерьмо нахер. Я возьму Дефхенд, ребята. Я сейчас буду играть с быстрой перезарядкой. Кумбэк is always Раэль, ребята. Естественно, камбэк всегда рил. Как бы, как говорится... Если вы еще не видели Ривера, игра не закончена. Это про покер. Или, как говорят наши дотерские друзья, пока трон стоит, игра идет. И точно так же здесь. Пока счет не 4 в табло, игра идет. Поэтому поехали. Мне сейчас, я сейчас Depth Hand 3 себе нафармлю каким-нибудь образом. И будет нормально. Может и не нафармлю, но постараюсь. Thank you, Alex. I appreciate it. But you know, the tank player can only be as good as his team lets him to be. So. Как бы, может быть, и стоило брать катарайт, да? Ну, ради этого пипа. Но я подумал, да ну нафиг. Трэмп, я в курсе, что на Паладинс есть мод на улучшение графы, и я с этой херней играл год назад, пока харезы не сказали, что это запрещено. И Дагера, он вообще деревня, как бы, естественно, у меня акцент меньше. Я не буду, Франкс. Я пока не знаю, буду ли я. Я не уверен, обещать не могу, к сожалению. Так, попадать-то мы сегодня будем, Элвин. То есть, видите, мы тележку захватили каким-то чудом, да? Но мы не можем ее сдвинуть ни на миллиметр. Серьезно. Давайте, ребята, соберитесь, фармите ультимейты. Сейчас наша Макода фармит ультики, у нас все будет ништяк к следующему поинту. Еще видите, у них у Пипа и у Дрога за ультимейты, у них стрики 12. Это значит, что если я сейчас полечу и заульчу, например, соло Пипа, то я свой ультимейт верну себе где-то на 70-80%. Робот, потому что у хайрезов есть такое очень странное понятие. У них есть очень странное понятие, что... Короче, нельзя вмешиваться в файлы игры. И несмотря на то, что редактирование конфига — это нормальная практика в любой игре, для хайрезов редактирование конфига — это криминал. Какую ты колоду заказывал, Дельдерана? В смысле?
У нас нету катерайзов, у нас всего лишь один катерайз у турецкого пива. Минус один. Ну, второй, как бы, да, окей, этого я не убил, но я думаю, Дрогос мертв, и это очень важно. У них потратили ультимейт Фернандо, сейчас надо убить Фернандо. Фернандо убиваем. Убиваем Фернандо, ребят. Убиваем Пипа, убиваем Фернандо, ультим, ультим. Я бегу с ультимейтом. Бегу с ультимейтом. Сейчас я бы заультил в соло Пипа и вернул себе свой ультимейт. А, нет, смотрите, я не... Я не смог, к сожалению, себе вернуть. Вы видели? Минус 4. И пятый смылся. Повезло пятому. То есть, короче, я не смог вернуть себе ультимейт, к сожалению. Видимо, это немножко не так работает, но ладно. Но это, конечно, play of the game будет. Deft Hands, ребята, вообще рулес. Deft Hands рулес. Сейчас, у меня сердечко что-то заколотило, поэтому я начал немножко мазать. Сейчас, нужно немножко отдохнуть. Deadly Runner. Лепрус. Да, Мандаконда, если убиваешь типа со стриком, но, как только что оказалось, если ты это делаешь ультимейтом, это не сработает. Но если ты это делаешь без ультимейта, да, это работает. В теории можно получить целый ультимейт за один килл. Это, ну, это не в теории, это как бы на практике такое даже происходило кучу раз. Когда ты за один фраг получаешь целую шкалу ультимейта. Deft Hands 3, ребятки. Deft Hands 3. Почему я горю через реверсал? Почему я горю через реверсал? Кто мне ответит на этот вопрос? А, ну это дот на мне налож... на меня дот наложился, я понял. Окей. Поехали работать. Не стоило мне сейчас тратить ультимейт, конечно, наверное, но... Ничего страшного. Давайте, братишки, ну мы не можем проиграть. Мы не можем проиграть. Тавита, я уже сыграл за Грока. И мне не понравилось. Где? Я не понимаю, почему 4 человека стреляют в меня... А команда стоит на месте. Ну, я просто этого не могу понять. Давита, да и слава богу, что ты пропустил, потому что это было плохо. Давайте, один хп, блин. Просто я вот сейчас не добил на одном хп Андрюшку. Но видите, у меня уже на 81-м. У меня уже на 81-м заряд ультимейта. Это значит, что есть малюсенький шанс, что я успею его дофармить. У Пипа нет ультимейта. У них есть все ультимейты, кроме Пипа. Окей. Давайте. Труэмори, да. Ну или давай я поставлю. Если, ну, никто тебе вселенится, блядь, и никто тебе не может песню поставить. Никто не может поставить песню Труэмори. Не хватает 7 кредитов на мастера 1-2. Поскольку это последняя точка, я взял лайфрип просто потому, что... Хотя у них у всех катерайзы. Просто потому, что она мне... Мне этот лайфрип поможет хоть как-то. Дэнни Мол. Обнокшис. Как в старые добрые. Двойное убийство. Найс, аимчик.
Я поставил реверсал, дура, блядь! Дура это паладинцы. Серьезно, хули, блядь? Где ты меня взорвал? Ты, блин, пиздюк. У меня есть ультимейты, как бы сейчас все, естественно, зависит от моего ультимейта. Насколько криво или не криво я его сделаю. Кей-поппер, у тебя тоже есть ультимейт. Отлично. И мы все равно все сдохли, блядь. Ой, да как так-то? Самое обидное это проигрывать вот подобного рода игры, конечно. Мы еще не проиграли, но... Мастер Райдинг 2, давайте, давайте, давайте. Отличная иллюзия! Отличная иллюзия только что была от Кей-Поппера, которая нам спасает игру. Иллюзия Кей-Поппера просто только что в соло выиграла нам игру, когда я не сдох. Я только что не сдох благодаря иллюзии Кей-Поппера. И поэтому да. Мандаконда, я не уверен. Вроде бы да, но я всегда играю на минималках. Где видно, кто что-то поставил. Ревлакон называется этот сайт. Ну да, вот он прекрасный. Минус все. И Лекс такой, Лекс такой. Топ-топ-топ-топ-топ. Окей. Ну, как бы... Как бы да. Сто десять тысяч урона. 46 на 20. Окей. Ксен.